И к другим темам. История дамы с собачкой закончилась. Хозяйка растерзанного шпица отсудила за смерть своего питомца 130 тысяч рублей. Я напомню, в августе прошлого года к нам в редакцию обратилась девушка. Она рассказала, в лесу возле СФО на нее набросился разъяренный пес. В последний момент его отвлек маленький шпиц Жаки. Овчарка схватила собачку и растерзала ее прямо на глазах у хозяйки. Девушка обратилась в суд за смерть питомца. Она требовала более 200 тысяч рублей. И только спустя год она выиграла дело. Правда, суд одобрил не всю сумму, но, по словам пострадавшего, она осталась довольна и сейчас уже подумывает о покупке нового питомца. Одобрили не всю сумму, а частично. Стоимость собаки, судебные расходы, пошлина, расходы на ветеринарные услуги. Не одобрили, только моральный вред. Пусть будет уроком, примером кому-то, может. Нельзя так обходиться. Почему жизнь моей собаки ничего не стоила?